На собрание трудового коллектива сотрудники предприятия по производству мебели и предметов интерьера пригласили лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Татьяну Кавтареву, Наталью Каныгину, Артура Каримова, Владимира Суслова, Руслана Шаипова и Сергея Новосельцева. Большинство работников компании – коренные химчане, потому каждому из них важно, чтобы родной город развивался и становился лучше. Илья Наумов живет в ЖК «Город Набережных». Вместе с супругой мужчина воспитывает ребенка. Обратился к лидерам движения с идеей обновить детские площадки в микрорайоне. Детей очень много, потому что, не знаю, за последние там, 2 года детей там, наверное, раза в 2-3 увеличилось. Вот, они, соответственно, не справляются, во-первых, и ну, просто уже сами по себе не функциональны. В преддверии нового учебного года остро стоит вопрос развития транспортной инфраструктуры. Сотрудники предприятия выдвинули инициативу установить светофоры на нескольких участках дорог, а также нанести разметку. Это позволит сделать путь детей в школу гораздо более безопасным. Вопросы поднимались строительство мостов к микрорайону ЖК «Две столицы», чтобы дети могли безопасно добираться до школы. То есть сегодня вот именно большой акцент был поставлен на безопасность жителей. Все инициативы и пожелания фиксируют на бумаге. Тем, кто не успел или постеснялся высказаться, раздают формы обратной связи. В них можно записать свои социально значимые инициативы и передать лидерам движения для дальнейшего продвижения. Наш проект «Химки. Интересно жить» он настолько уникальный, что помогает не просто слышать людей, а и в большинстве случаев реализовывать пожелания людей, то есть совмещать возможности администрации городского округа с желаниями людей. И это очень приятно, это очень позитивно, это очень хорошо. На встрече с сотрудниками предприятия по производству мебели лидеры движения общественной поддержки напомнили о том, как важно не только предлагать, но и продвигать собственную инициативу на сайте. По словам общественников, люди на собрании проявили активность и заинтересованность. Я считаю, что такие мероприятия очень необходимо проводить, чтобы трудовые коллективы нас знали, видели, что мы действительно некий проводник связи общественности с администрацией города, с властями. Только вместе мы сможем выбрать правильный путь развития нашего города. Все инициативы, предложенные химчанами, занесены на сайт голосования hish.online. Голосовать за понравившуюся идею можно неоднократно. Те инициативы, которые наберут наибольшее количество голосов, будут реализованы в первую очередь.